знаете, общее место уже есть, что мы являемся свидетелями стирания вот этих гендерных граней, что сейчас мужчины становятся все больше похожи на женщин, женщины на мужчины. А как у вас отношение, допустим, к однополым бракам? Потому что Канада – это страна, которая в этом смысле является флагманом. Туда даже из Америки ездили заключать браки в свое время. У меня нормальное отношение к однополым браке, к однополым бракам. Я вам объясню очень простую ситуацию. Если люди любят друг друга, уважают друг друга и хотят жить вместе, пускай они сделают это официально. Я не вижу в этом ничего плохого. Вы считаете, что в России в ближайшем будущем будут легализованы? Нет. Нет? Нет. А почему? В силу менталитета нашего или в силу политической воли? Я даже думаю, что это не политическая воля. У нас слишком сильно влияние РПЦ на жизнь нашей территории, поэтому я сомневаюсь, что здесь когда-либо это будет возможно. Ну а в чем влияние Русской Православной Церкви на жизнь? В чем вы видите? Что это абсолютно греховно. А, вот в смысле однополые браки греховны. Ну а вот вы как потому отец... что мы знаем, что есть такие люди, люди иногда так живут. Да. Мы прекрасно это знаем, но почему-то мы отказываем им возможности официальной демонстрации этой. Почему-то мы отказываемся, мы почему-то вот не хотим, закрываем на это глаза. Но одно дело все-таки как-то абстрактно рассуждать о свободах или несвободах. Другое дело это как-то проецировать на там, собственную жизнь и на собственную семью. Вот вы готовы, чтобы кто-нибудь из ваших сыновей пришел, сказал, что он себя ощущает, как там у Наоми Уоттс? Я готов. Он сказал, что я на самом деле понимаю, что я девочка. Я готов. Купите мне платье. Я готов. И то есть вас ничто не ёкнет? Ну, вот так мне кажется, что ничто не ёкнет. Но я не могу вам этого гарантировать, честно говоря, потому что, может быть, что-то и ёкнет. Но для этого нужно через это пройти. А вот так, фантазируя, я скажу, ну, лишь бы ты был счастлив. Понятно.